Ребята, всем доброе утро из субботы. Мы сегодня две красотки. Ты поздоровалась со зрителями? Пока. Аня, джип, смотри, рядом стоит. Мы сегодня уже с самого утра приехали в Днепр на танцы. Аня у нас танцует. Сейчас вам покажу. Пошла красивая. В новых сапожках, без шапки форсит. Звезда наша. Но у меня час времени свободного, пока Аня танцует. Пойду пройдусь по магазинам, посмотрю, присмотрю еще кое-какие варианты подарков новогодних. По елке у меня, в принципе, все скуплено. И сегодня вечером должна быть посылка с огнями. В общем, все дело в огнях, вся загвоздка в огнях. Ждем огни и тогда наряжаем дальше елку. Значит, по новогоднему подарку, который мы сделали сами себе с Вовой к Новому году, это робот-пылесос. О боги, меня услышали, и наконец-то он у нас появился. Я так хотела этот робот-пылесос. Меня многие отговаривали, говорили, это все игрушки, фигня. Ни игрушки, ни фигня, я вам скажу. Я сегодня утром его включила в двух комнатах. Слушайте, это такое счастье наблюдать, когда кто-то за тебя убирает мусор и пыль. Серьезно, я потом за ним следом прошлась, рукой попробовала, все четко. Еще у него есть влажная уборка, мы еще не доразбирались, там, ну, там просто надо тряпочку зафиксировать. Он еще же у нас и будет пол мыть, вы представляете? Моему счастью нет предела. Что для счастья надо, да? Хозяйке. В общем, нет, однозначно пылесос классный. Это не заменяет основную уборку, понятное дело. Я буду и обычным пылесосом пылесосить. Но просто вот эта шерсть, пыль, мелкий мусор, когда ты спешишь, когда тебе некогда, когда ты не хочешь, есть такой помощник, который за тебя это все сделает. Я... От души рекомендую всем тем, кто до сих пор сомневается. Вот честно. Вот берите, пробуйте, не жалейте. И еще забыла вам сказать. Но вы же все видите, какая погода на улице. Сыро, серо, мокро, грязно. Все ходят какие-то недовольные, чем-то удрученные. Все понятно. Все в нашей жизни бывает. Но я напоминаю. Улыбаемся и сияем сами. Светимся и заряжаем этим всех окружающих, кто с вами рядом. Вот настоятельно рекомендую сегодня целый день ходить и улыбаться. Я прямо сейчас пойду и буду улыбаться всему городу Днепр. Ну, как сказать, я пошла по магазинам. Я-то пошла. Только у нас тревога, и все, и все стоят, дышат воздухом. Отбой. В общем, выбираем с Дуси сережки. Покажи своих цуциков. Повернись. Ой, супер. Нет, цуцики. Там просто желтая сережка. Цуцики классные. Но сдалека. Повернись прямо. Сразу не видно, что собачки. Тяжеленькие. Классные. Прям так кукла прям. Света нет. Смотрите, в каких условиях караван. Все, нравится? Угу. Нравится, Ань? Угу. Всем доброе утро из воскресенья. Да-да. Оборвался наш предыдущий влог, так как у нас выключили свет, и я уже снимаю на следующий день. Значит, красивый Любчик везет меня в салон Blossom сделать себе маникюр. Да, Любчик? Я правильно говорю? Я сегодня слушала. Да тебя не слышно, подожди. Слышно? Слышно теперь. Слушал один ролик. Ну. Там один человек очень известный.
Но я не буду говорить кто. Не будем называть фамилии. Говорит, жена — это ваше отражение. О, золотые слова прям. Если вы будете ее любить, то она отплатит вам вдвойне. Ой, Любчик, я втройне отплачиваю, ты что? Ну правда. А по большому счету, Любчик, это не что-то такое эдакое, это просто банальный маникюр. Так что не надо себе приписывать лавры. Мелочей же. 100%, да. Значит, мы едемо на манікюр, Доця на математику, там Доця сидит тоже, если что. Она у нас очень известная личность, поэтому она крайне редко снимается в маминых влогах. Ну, это все временно. Так, потом мы приглашены в баню на день народження дорогого кума. Ну, может, я там чуть-чуть поснимаю. И вечером мы прям на расхват. Мы приглашены на суши до куми. Понимаете? Одні походеньки. Но я еще себе запланировала сварить борщ, да. Потому что завтра на работу надо будет брать обед. Вот. Настроение хорошее. Сейчас станет еще лучше. Поехали. А я уже с новым маникюром. Самый выигрышный цвет. Осень-зима. Такой глубокий вишневый. Мне очень нравится. Значит, Любчику купили обновку. О боги! В кои-то веки, Любчик, с обновками. Доте пришла посылка. Мне пришла посылка. Мы уже почти на новой почте. Забираем и едем домой показывать вам все наши покупки. Итак, Аня поторопилась, мы уже дома, не удержалась и примерила пижамку. Дотя, выходи. Сейчас солнце, подожди. Вау, сюда иди, потому что света нет. Слушай, ну классная, прям такая корейская пижамка. А ну встань красиво, так попозируем. Так, сяк. О. Бомба, Дотя. Заказали через интернет, смотрите, что такая. Мякусенькая такая. В этих, в мимимишках. Сколько она? 590 гривен вышла, да? Супер. Тебе пижамку не купили. Покажи папе. Ух ты! Классно? Слушай, тебе прям к лицу. Посмотришь на камеру, вообще четко. Я тоже такую хочу. Давай я себе такую закажу тоже. Я буду варить борщ. Что? Выключи камеру. Чего? Прям такое. Упала в грязь, видите? Песочек. Я буду мыть, ну ничего страшного. Любчик, меряй обновку, покажем людям. Следующая модель сегодняшнего дня. Любчик. В студию. О, ну угадали. Джинсы превращаются в красивые, элегантные брюки. Ну, Любчик, ты огонь, повернись. Обратите внимание, носки. Ой, а так интересно. Из собачьей шерсти. Да? О, боже. Как это интересно. Поверни задом. Вы что за шерсть? Робот-пылесос, на секундочку, собирает. И носки. И потом Валя вяжет носки. Поверни задом. Еще у меня тут интересное есть этот. Кто? Лейба. Это надо... А, ну нет, это... Wise Knight, о господи, Wise Knight, класс. Железно, да? Сели хорошо. Конь. Сдашь на металлолом. Еще покрутись, очень красиво тебе. Прям такие зимние, красивые, стильные штанники. Ну а люди говорят, что ты обделенный. А мне вот ничего не купили. Я обделенный. В смысле тебе не купили? Хватит тебе уже скуплять. Мне маникюр. Что? Ты хочешь об этом? Покажи, какую ты игрушечку выбрал, Джессики. Джессику не обделили. Джессике тоже презент перепал. Джесси пограется, потом отдадим Цезарю. Игрушечку. Мне ничего не купили, но мне пришла посылка. Сейчас засвечусь. А мне пришла посылка долгожданная. Сейчас покажу. Та-дам! Огни. Долгожданные огни. Мы вчера, покажи, Доця, елку.
Вчера поставили елку, наконец-то собрали. И ждем фонарики, чтобы ее украсить. Если у нас будет вечером свет, мы сегодня ее украсим. Феликс, да. Мы ее украсим и будем уже радоваться и ждать Новый год. Кресло-качалка уберется отсюда, потому что кое-кто его царапает. Филя, в общем, огоньки, поняли? Нить, гирлянда, холодный белый цвет, 50 метров заказывала через интернет, так как в Новомосковске у нас такого не продают. А в эпицентре очень дорого, очень. Вот. Так что елочка у нас собрана и ждет, ой, Филенька, и ждет, пока ее нарядят. Так, ну а мы варим борщ, разбираем покупки и собираемся в сауну. Итак, смотрите, какая красивая территория. Это у нас здесь такой комплекс термы. Смотрите, какая здоровенная елка. Ого, красиво это, да? Ландшафт красивый. А? Ну так это дикий виноград, он потом будет красивый летом. А вот сосна какая. Ой, класс. А нам прям на центральный вход, не знаешь? Очень красиво. Елки, конечно, огонь. Мама, может, ты что-то скажешь, а? Подожди. Ты сам себе найдешь. Знаешь, да, да, да. Знаешь, что хочешь. Поэтому мы решили тебе не заморачиваться. Смотрите, финансовый поддержку. Эквивалент ты сам себе выберешь. Я хочу сказать, чтобы ты продолжал быть таким же самым садовником. Счастливчик. Хоть да, счастливчик, хоть да. Поддержим. Саша, Дарика, дай с тобой еще. Саша этот, уровень тролля на высоте, да? Особенно Дашу. О. Парнишка-бармен. А можно и нас тоже так? Можно. Мы с корабля на бал. После бани заехали в магазин. Смотрите, какие красивые. Слегка мерцают. Вообще искала джинсы себе. Нравится. Да? Прямо посмотри на меня. Какие-то складки.
А ну вторую одень еще раз. Тут тоже так само. Нет, тут получше. Я думаю, это. А тебе в какое удобно? Звезда. Тебе в какое? Ну, если это комфортно, села, бери. Она теплая? Вот это мы возьмем. Они не сидят. Ага. А мне понравилось вот так кепка. Вип. Вип. Ты что-то хочешь сказать? Со собачкой. Стиль собачки. Покажи свои серьги. I'm smart. Сними, smart, сними. Боже, Аня сегодня столько словила комплиментов за эти собачки. Ну что, вип-клиент? Все? О, какая прелесть. А ну одевай. Красивый. Солнце. Видишь, как я тебя балую? В смысле? Ты говорят, что ты обделенный. Ты меня балуешь? Ну, конечно. Когда? Я экономлю бюджет. Ты покупаешь себе кепки. Когда? Когда ты его экономишь? Ты нормальный. Ой, красавчик. Давайте. До встречи. Да? Давай. Встреча, встреча. За предстоящие праздники, да? Да. Новогодние. Тёма, ты доволен? Ну, я скажи, всегда доволен. Доволен? Платит кока-колу, что ребёнок доволен. А ешь картошку. И вон эти, как я пиццу ешь. Квапи. Вот отью. Бабушка, ты, да? Ну, уже стакан выдул. Ну, давай. Бабушка все правильно говорит, Тёма, слухайся. Кушай картошечку. Крёстный, у вас все хорошо? Я говорю, иди послушаем тебя. Меня послушайте. Дышите. Подсед, дышите. Ой, доктор, дышите. Я здорова? Ой, здорова. Как тебе в детские игры играть? Да. Лечи крёстного, Тёмчик. Иди сюда. Боже, как пахнет. Это спать, да? Батончик. Ань, класс. Батончик. Класс. Батончик. Колбасень такая. Колбасень, да. Колбасень. А ты бишь, Николай подарил. А, машинку, да? Батончик. Ага. Батончик. Прикольно. А це Рита делала проблемку. А мені що Миколай подарив? А ми ще не отмічали Николая. Побачили. Ось собачки. Рита бачила її сережки, собачки? Ага. Ух ти, робота, ух ти, красиво, молодець. И вырезала с фильтра. И все картины. Рита, можно показать твои картины? Угу. Вот это моя. Красота. Это мы на краской красиво. Это ты разукрашивал? И мама. Боже, какие молодцы. А я смотрела мультик. Помнишь такой? Мультик в наше детство был такой, да. А вот здесь какая елочка. Я бачила. Ой, класс. Да, я видела тоже такое. Ага, прикольно. У нас есть маленькая. Вы что-то не крышите, Ань. Да, ага. Все нормально. Она у меня. Ой, класс. Ты его назвала как-то? Сириус. Сириус? Блэк? Блэк. Блэк Сириус. Левосий такой. Нет, знаете, почему Сириус Блэк? Конечно. Почему? Сириус Блэк. А ты показала? Ага. Я не захочу.